Удается закрыть зону Трощинскому. Леснухи. Есть возможность для броска с неудобной руки. И каким-то чудом шайба просто не попадает в ворота. Но со второй попытки Андрей Мезин капитулирует. 1-1. Все великолепно сделал Сергей Леснухин. Смотрите, он стянул практически всю защитную линию «Динамо» на себя. Мог сам отправлять шайбу у ворота, но каким-то чудом не сумел ее переправить за леточку. Но этим чудом можно просто назвать капитана Ярослава Обшута. Действительно здорово почистил, но от синей линии отскочившую шайбу отправил в ворота Роман Кудинов. Вторая шайба для молодого защитника чеховцев в нынешнем чемпионате. 28 встреч, 2 шайбы и 4 результативные передачи.